Новая площадка для развития инноваций появилась в Самаре. Самые современные разработки представили на открытии политехнопарка и показали изобретения на все случаи жизни. От нефтегазовой промышленности до ЖКХ. О том, как все это работает, Екатерина Алексеева. Маруся поможет облегчить процесс добычи нефти. В разработке аппарата с милым названием трудились ученые из сразу нескольких вузов. Среди них специалисты швейцарской компании, сотрудники Самарского государственного технического университета. Выставочный образец представили на торжественном открытии политехнопарка. Сейчас в нефтянке используют гидроразрыв пласта с помощью закачки огромного количества воды. То есть закачивают большое количество воды. А Маруся позволяет без закачки воды, имея жидкость в скважине, сделать микротрещины. А эти инновации уже готовы применять на производстве. Представленные образцы – результат работы самарских ученых совместно с иностранными специалистами. Задачи, которые поставил перед нами губернатор Самарской области Николай Ильич Меркушкин в своем послании, очень важные задачи. Задачи связи науки и производства, развивать не только академическую науку, но и практикоориентированную, доводить ее до реальных работающих моделей. Вот сегодня мы видим, как эта задача решается в одном из крупных вузов Самарского региона. Технопарк СамГТУ объединил ученых нескольких вузов, один из которых – Хьюстонский университет. В работе задействованы специалисты крупных промышленных предприятий. Это будет шаг внедрения определенных инноваций. И я думаю, что это вот не последние инновации. Мы отслеживаем за ходом разработок во всем мире. И самые перспективные мы будем привлекать сюда. И они, конечно, будут работать в первую очередь на предприятии региона. Политехнопарк – это своеобразная промышленная лаборатория. Ее главная задача – продвижение собственных научных разработок не на уровне идей, а уже в виде готовых и апробированных технических решений. Екатерина Алексеева, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.